на открытие сезона у байкера. Сегодня. 12 дней раньше. Как-то. Да. Ну, видишь, как-то с погода, тут ну, дождь, то солнце, красиво. Ну, я так понял, уже построили, значит, получили благословение. Тут все симпатичные девчата, мужественные ребята. Этому скучно, ему скорость надо, а тут поставили и стоим. Ой, молодцы. Похоже, скоро будет старт. Руководитель все тот же Александр Моисеенко. О, первый звонок пошел.